Дом Кантеля уже успела посетить первая группа туристов из разных уголков России. Для любителей фольклора коллектив подготовил программу, в которую вошли экскурсия по экспозициям и цехам, мастер-классы на национальном карельском инструменте и концерт знакомства с творчеством коллектива. Время самоизоляции не прошло для нас даром. Мы активно готовились к посещению нашего уникального дома Кантеля большими группами туристов. Мы подготовили новую программу, совершенно новую программу для туристов, новые экспозиции для наших туристов. Кроме концертной программы и мастер-классов, работники дома Кантеля проведут в сентябре международный онлайн-фестиваль профессиональных и государственных ансамблей финно-угорского мира «Легенды Кантеля», который приурочен к столетию образования Карелии. Для фестиваля, для новой программы мы делаем номера, ингермаланские номера, делаем карельские номера. В эту же программу войдут русские номера. Стараемся обхватить большой спектр достаточно. Часть новой программы можно будет увидеть уже в сентябре на онлайн-фестивале. Полное же обновление репертуара произойдет в декабре. Алексей Неживенок, Владислав Будников, служба новостей.